Всем привет, ребят. Ну что, у нас очередной обзор старенького героя, которого мы сегодня прокачаем на максималку. Это будет Дед Мороз, Санта Бум он здесь называется. Наносит, выпускает две ракеты двум рандомным целям, то есть бьет практически по всей карте. Наносит урон 690 в этой атаке в этой зоне. Снижает... Ну, то есть там, грубо говоря, взрывы 4 секунды, понижает скорость передвижения, скорость атаки на 30, на 4 секунды, кулдаун 7, имеет 5-е саморазрушение, ну, такое вот. Раньше, честно говоря, этот герой был очень востребованный, и более востребованный, чем сейчас, бегали по подземкам. Бегали на PvP локациях, особенно с Ремкой, он там просто уносил пачки. На сегодня он, как и все старенькие герои, очень часто сливается, поэтому от него особо чего-то такого ожидать не стоит. У нас будет такая сборочка: максимальная атака, порочный пакт, 150% и грубая сила рунами. Плюс 48% увеличивает критический урон на 0,8. Вот так вот. Поехали, делаем ему эволюцию. И делаем сразу же аугментацию базука. Так, отлично. Ну, думаю, сейчас уже дойдем до 450 скоро. Так, окей. Аугментацию сделали. Давайте сразу созвездие подролим. Ну, будем ролить ему крит, крит урон. Можно и уклонение, в принципе, я не особо буду заморачиваться. Смотрите, уклонение как падает. На русском бы так падали. Так, крит есть. Ну, просто изи. Вот так вот мы его практически собрали. Так, поехали. Тут у меня для Махатмы. Махатма у меня с пятерочкой, рогатка. Так, Асурик. Сейчас подумаем, кому можно будет поставить. На скорость атаки Фрея. Так, малышник. Ну, тут, честно говоря, даже некому. Сейчас кому-то вместо четверки поставим. Так, выдеру. Смысла, в принципе, нету. Там берс. От того, что он быстрее будет там атаковать, тоже толку особого не будет. Так, Гаргул. Капитан Дрейк. Ну, смысла нет тоже. Не вижу в этом смысла никакого. Дерева. Однозначно доспех. Так, у кого там? Что, придется Санти ставить? Тут там Dark Knight. Ну, поставим сюда. Так, поехали. Пятерка сразу же у нас падает. Ну, можно пока для силы поменять. Все равно Дрейка мы сейчас так использовать особо не будем. Жесть, пермахов, конечно, раздают четвертых. Так, ну доспех. Ну доспех четвертый мне тоже сейчас не нужен. Ну,
Не хотят нам пятерки давать. Ну давайте уже пятерку. О, пиромах пятый, отлично. Допросились, называется. Так, на Арктике стоит, на Медузе пока нету у нас. Так, блин, сори. Съел гамбургера перченого. Так. На Огника пока смысла не вижу ставить, заморачиваться. Я уже говорил, над архидемоном здесь смысла особо нет. Заморачиваться. Так, 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 так. 4, 4. Вот сюда поставим пятерку теперь. Еще одна пятерка. А поставим сюда. Так, ослепление. Блин. Ну... Ну то тут нам что-то на урон или нет? Для дедушки. Жесть, посмотрите, что делается. Опять первый мах, четверка. Так. Блин, пол видоса сейчас буду рулить чары на урон для дедушки. Хотя бы четверку дали. Кстати, здесь я смотрю, неплохо падают у нас пиромаги и прочее. Так, ослепление. Лучше этот талантик. Афинка у нас тоже с пиромагом. Так. Очищение, да? Ну, в принципе, зря, конечно, это сделал, доспех убрал. Но потом будем уже выискивать топовые таланты для героев. Доспех для Рину это самое то, если ему еще сошку поставить. Посмотрите, вообще нету ни одного таланта на урон. Точнее, чары. Жесть какая-то. Так, пятерка. Че, кинем на Атланта, попробуем. Может, где-то да и поможет. Пробуем. О, наконец-то. Отлично. Можно было и пиромага поставить, тоже неплохо. Но мы хотим сейчас потестить хотя бы так. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, улучшаем его. То и так времени дофигища потеряли. В
принципе, мы сделаем, как и в прошлый раз. Закройте глазки, называется. Так, где наши кулачки? Но все равно они уйдут скоро в перелимит, и у меня только выход будет это коробки покупать. Поэтому вот так вот, ребят. Так, делаем 185. Хочу уже просто по максимуму потестировать его, посмотреть на его урон. Что он из себя будет представлять в такой сборке. Так. Так, отлично. 7 миллионов кулаков просто уже валяется. 6. Это просто жесть. Так, делаем апгрейд. Есть. Что мы имеем? Атаки плюс 12 тысяч, ребят. Жизни тоже больше. Как видите, остатки у него довольно-таки неплохие. По урону сейчас он будет просто раздавать. Единственное, у нас еще не на максимум там прокачано все. Ну, поехали. Давайте так, на арене. Сейчас его поставим. Я не знаю, давайте сначала ремку ему втулим. Для теста, а потом, когда уже пойдем на подземке, там уже будем разбирать это все. Так, поехали. Где наш дедуля? Ну вот, посмотрите на его урон. Понятно, что он против таких пачек сейчас тащить сам соло не будет, но урон, конечно, у него офигенный. Спору нет. Так, ну смотрим дальше. Бум, просто пропали. Сейчас посмотрим, долетит или не долетит туда. Успеет, не успеет. Не, не успел. К сожалению, не успел. Самое главное, чтобы, вот посмотрите, офигеть. Да он там нормально их пошатал, посмотрите, что сделал. Жесть, конечно. По урону вопросов нет. Идем посмотрим на урон в экспедиции. Что же он сможет здесь сделать? Сейчас посмотрим. То, что он будет стычки раздавать... Посмотрите. Давай, Ара, иди сюда. Шесть просто. Просто посмотрите, на какой урон. 100 тысяч, я офигею. Он просто стычки их тыкает. Там тоже Дед Мороз. Не успел его Дед Мороз. Дынь. Ну, конечно, жестко раздает. Давайте следующее. Убийца. Просто убийца. Так, тут у нас, к сожалению, есть стрелок. И он, скорее всего, нам и плюс Фрея помешает. Так, ну что тут у нас? Тут у нас Фрейка есть. Чем мы сейчас ее тоже заденем? Смотрителем, да. Ну, она, в принципе, там не особо прокачанная. Возможно, нам повезет. Бум, посмотрите, какой там урон бешеный. Ну, конечно, на любой отражалке он будет просто сливаться. Вариантов никаких нет. Так,
Так, окей, поехали. Самое интересное это на подземках посмотреть. Какой же все-таки у него сейчас тут будет домах. Возможно, нам невозможно, нам придется сейчас и ворожая сюда брать. Ну, конечно, раздает там, блин, жесткого. Посмотрите, сколько там урона, офигеть. Бум. Круто, круто. Тут, в принципе, я даже вам скажу, он сейчас может разбить эти башни нафиг. Так, ну там чуть-чуть нам не хватает. Да, сейчас его сольют, скорее всего. Ну. 52%. Хорошо, давайте попробуем ему все-таки поставить. Уберем эту нафиг ремку, она не нужна тут. Ставим грубую силу. Ставим сюда ангела. Давайте еще раз на экспедиции затестим. Пробуем без смотрителя, чтобы чисто посмотреть на урон и не активировать Фрейю. Сможет ли он их вынести с залпа? Ну посмотрите, здание просто выносит стычки. Офигеть! Вот это, ребята, вот это жесть! Вот это у меня реально удивил сейчас. Пробуем еще. Офигеть. Ну, давай в центр. Запульни. Посмотрите на это. Офигеть. Да, тут, конечно, он сейчас будет их просто стычки, мне кажется, раздавать. Но Дрейка понять жалко. Да, и там тут... Да, какое, посмотрите, что горбул. 235 тысяч урона. Жесть. Вот это да. Вот ради этого стоит на этом сервере поиграть. Так, окей, опять у нас фрейка есть. Давайте попробуем где-то так зайти, чтобы зарядиться по максимуму. А, и тут еще и стрелок. И, к сожалению, тут мы ничего не сделаем. Давайте еще одну и пойдем обратно на подземки тестить. Ну, я думаю, тут он тоже скажет им до свидания. Опять стрелок. Да, к сожалению, стрелок нам не даст. Ну, вторые эволюции, смотрим. Ой, тут его, наверное, сейчас просто разнесут, если он... Да, к сожалению, да. Но все равно, смотрите, стычек посносил. Офигеть. Просто жесть. Так, хорошо, поехали. Смотрим шаталку здесь. Самое интересное, это посмотреть на урон в центре.
Ну как вам? Залп. Нормально сносит, я вам скажу. Очень даже. Прилетает просто жесть. Посмотрите, 500, 500, 500. Да, у него общий суммарный урон там по зоне просто обалденный. Не знаю, как он сейчас у нас будет их выносить. Да, сейчас его тут, скорее всего, что ушатают они. Но, блин, достойно. В общем, вот такой вот, ребят, герой. В принципе, там особо что-то вам рассказывать о нем, думаю, смысла нет. Вы и так уже знаете, что это за герой, где его применять и как. Я просто его уже докачиваю в последнюю очередь. И вот с уроном максимальным мы еще посмотрим на него на 12-12, как и на остальных героев. Но, думаю, это будет очень весело, когда мы уже будем прокачивать судьбу. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.